кто, вы что, расскажите, что вы ходите, что вы собираете. Я не буду все рассказывать. Ну, а кто? На видео нельзя снимать. Почему нельзя? Вы кто? Нельзя снимать вы видео. Кто? Вы кто? Нельзя на видео снимать. Вы расскажите о себе. Что вы? Давайте я могу милицию. Так рассказать. Я могу расскажите. Так рассказать. Но если вы считаете, что вы правы, просто то нельзя, расскажите. Нельзя снимать на видео. Нет, если вы правы, если вам нечего скрывать, и вы уверены, что вы невиновны, расскажите. Я выслушаю. Я волонтер. Замечательно. Рассказывайте, что вы собираете, что вы, за что вы подписи собираете, что вы хотите сделать с этой усадьбой. Давайте я вам дам критик, все свои жалобы, там, да. Предложения, которые у вас есть. Вот нет, нет. Да я мы к нет. этому вообще никакого отношения не имею. Пожалуйста, возьмите. Ну, нет, если что вы, меня хотите? Если вы собираете убери подписи, камеру. Значит, вы имеете к этому отношение. Убери подписи камеру. Вы для чего собираете? Для все. Кого? Нет, подождите, мы вначале я давайте... Давайте мы вначале начнем говорить о том, что я вас на «ты» не называл. Вы меня почему на «ты» называете, молодой человек? Камеру убери. То есть все-таки на «ты»? Да. Хорошо. Я все понял, спасибо.